На стадионе «Торпедо» состоялась игра в рамках открытого первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд. На поле встретились клубы «Болятина» и «Люберцы-М». За игрой наблюдали и мы. Молодежная команда «Люберец» принимала у себя опытных футболистов из поселка Октябрьский. С первой половины игры гости из «Болятина» вырвались вперед и забили 4 гола. Они пока молодые, им лет по 17. Пока еще тепленькие. Это пока только сезон, втягиваемся. Пока эмоций нет. Это в конце только, когда будем очки подсчитывать. Тогда будут какие-то эмоции. С большим отрывом футболисты из Октябрьского обыграли молодых спортсменов из «Люберец-М». Счет 7-1, но у проигравших есть шанс выйти вперед. Турнир пройдет в 2 круга, а финал первенства состоится в сентябре. Уже по желанию самих команд победители могут продолжить участие, заявляясь в областные соревнования. Но кроме самого первенства, планируем, что по окончании этих соревнований мы еще проведем кубок также городского округа «Люберца». В турнире участвуют 7 футбольных команд. В день открытия первенства между собой сыграли «Люберцы ТНЗМ», «Малаховка», «Урожай» и «Коренева». Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.